курсы коучинга четвертого потопа к концу. Я очень рад, что я имел возможность получить образование именно у этих ребят. У Романа Скорнякова и у Даниила Ветрова. Что, собственно, мне понравилось? В принципе, я прошел очень много всяких курсов за свою 20-летнюю практику. Вот. Что отличает эти курсы от всех остальных? Здесь ребятам удалось вычленить саму суть. Ну, имея некоторое, как говорится, образное мышление, я сравниваю это с обучением пилотирования самолета. На разных курсах дается какой-то определенный кусочек, например, как оперировать там с рулями высоты. Одни курсы дают, вторые курсы дают там, как правильно открывать там закрылки там и так далее. Вот. Но в целом такого сжатого курса по обучению пилотирования ни у кого нет. Я имею в виду, что ребята научили нас за короткий период поднимать самолет, летать и сажать самолет. Ну, почему такой образ возник именно в сравнении с пилотированием? Потому что количество регистров, которые есть в 3D Max, огромное. Оно напоминает вообще количество всяких вот приборов в Боинге. Поэтому у меня родилось сразу такое сравнение. И ребятам удалось вычленить всю суть, научить нас как бы поднимать аппарат, летать и сажать, естественно. То есть таким образом, научившись летать, мы уже дальше идем как бы самостоятельно и набираем образование и так далее уже, ну, поскольку мы уже научились основе. Что еще меня порадовало в этих курсах? Нет какого-то такого опломбированного отношения к людям, которые чего-то не знают. То есть ребята готовы всегда отреагировать, научить. Всегда, в любое время, я с ответственностью говорю об этом, дня и ночи к ним обращаешься, и люди отвечают и дают информацию всегда. Третий момент, который мне понравился в процессе обучения, это момент духовности. Видно, что ребята очень, ну, во-первых, очень профессионально, раз. Во-вторых, у них есть духовная составляющая. Не раз звучало в их курсах о том, что ребята, имейте в виду, что вы делаете людям добро, что вы приносите добро, что именно эта вот составляющая, такого момента духовного какого-то, мне тоже очень понравилось. И плюс к этому, конечно, они очень доброжелательны, позитивны, вот, и энергетически достаточно сильны. Благодарю всех за внимание. Всего доброго.